Габонская гадюка или кассава является самой внушительной змеей в Африке. Ее длина достигает 2 метров, а вес может превышать 8 килограмм. Яркая и геометрически четкая раскраска змеи совсем не выдает ее, а наоборот, отлично скрывает среди сухой листвы и пестрой растительности. Укусы людей габонской гадюкой приводят к очень тяжелым последствиям со значительной долей смертельных исходов. Гадюка впивается своими 3-4-сантиметровыми зубами в жертву и выпускает яд, вызывающий глубокое отравление организма. Однако такие случаи очень редки. Дело в том, что нужно приложить немало усилий, чтобы разозлить гадюку и заставить ее укусить. Африканские жители прекрасно знают характер этой змеи и поэтому совершенно не боятся ее.